Приветствую всех и каждого! Друзья, уверен, вы все слышали про индийские фильмы, где творится нереальная дичь. Там люди дрифтуют на лошадях, не знаю, из золотого зуба достают автомат Томиган и стреляют им через задницу или что-нибудь такое. И сегодня мы посмотрим индийские ролики по PUBG Mobile. Надеюсь, будет весело и надеюсь, вам понравится. Если понравится, будем смотреть их чаще, так что все зависит от вас. Поэтому, друзья, располагайтесь поудобней, приготавливайте вкусняшки. Просто напоминаю про лайки и комментарии, они очень сильно помогают видосу в продвижении. Ну и, конечно же, совсем небольшая рекламка, и мы сразу же погнали. Ну а спонсором данного видео является компания 1X. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду IROKES вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. Да начнется безумие. О. Ля! Ну странно, что он его потом не убил, но вот это было круто. Может быть, я был предвзят? Хороший тоже выстрел Савика. Кстати, взял упреждение, прям все четко. Ага. Не-не-не. Все. Началась какая-то херня. Нормально. А то, знаете, это так меня немножечко сбили с толку специально авторы этого видео. Такие, типа, на, у тебя два крутых момента. Я такой, а. Ни хрена себе, это как так? Это баг? И типа он еще попал в куда? Не понял, что произошло. Так. Градус отупения начинает повышаться. А, он попрыгал типа тимица. Иляй, спас их. А ты все равно Криса. Ах ты говно. Разбил сердечко. Ужас. Плохо накидывает. Это все? Блин, я думал, там что-то будет такое. Невероятное. Что? Так, это нам кинули флешку. Опа. Ля! Их не только раздели, да еще и отжахали в пуки у каждого. Видите, дырка на трусах. Ну, можете промотать назад, поставить на паузу. Вы увидели, там у каждого сзади вот такое отверстие. Так он не попал. Не было маркера попадания. Слышишь, это монтаж просто. Так. Ага. А друг, ля, он смеется. Он типа... То есть вы хотите сказать, что он стоя вот так вот от третьего лица не видит друга, да? То есть, ну типа он отсталый. Надо показать этот видос какому-нибудь Левине или Сивою, им понравится по-любому. Не, ну вот это смешно. Хорош! Вот это мне понравилось. Ладно. Он не попал. А со второго... вот это хорош! Вот это прям максимально круто! Нихера, тут уже монтажи, ля, какие пошли, ля-ля-ля-ля-ля!
А волк сейчас будет цитатки базарить, на турнике крутиться и петь «Безумно можно быть первым». Нет? Что? Что это? Кто? Можно посмотреть в лицо автору, пожалуйста? Я бы хотел, если этому автору больше 5 лет, я бы хотел вот просто посмотреть ему и сказать: зачем ты это высрал в интернет? Зачем оно здесь существует? Что это за наркоманские монтажи? Типа, чтобы мы приторчали или что? Что за херня? Так, его подняли, у него какая-то странная пушка. Пейлоуд, что ли? Ага. Все, отомстил за друга. Короче, я так понял, у них модно в Индии... У них, короче, модно в Индии делать какие-то микросюжетики. То есть там... Жил-был парень в PUBG Mobile, у него была маленькая М416, и с ним не водились девушки, но потом он пошел к доктору, и доктор сделал ему большой АВМ, а этому парню уже и не нужны девушки, ему нужен доктор со вторым большим АВМ, и они начали скрещать свои АВМы. Что? Ну типа... Реально! Ну, то есть, как бы... Я не понимаю. Ну, это тупо, но смешно. Постанова, понятное дело, ну, хотя бы забавно. Хотя бы не про вот это вот, разбитые сердца. А, ну, в Индии же у них что-то может быть там... Какой-то чувак, играя в PUBG Mobile, нашел своего потерянного брата, который оказался его... Там, не знаю... Отцом или... Нихера себе, это он типа... Не, ну вот это было круто. Тут я же даже немножечко... Вивився. Ха, кобра. Она должна была кричать «Джон Сина!» Алло, ты можешь дверь откроешь? Там котик! Гляньте, теперь и котик за дверью. Котик за дверью часто стоит, но ты ему открываешь, а он не заходит. Так что правдоподобно сделали. Привет. О! Как обычно, гений, который не отменяет ресалку, когда к тебе подбегает соперник. О. Я же говорю, у них наклонности какие-то вот эти вот, видите? Шоколадницу ему прописал. Так, скриншот. Я только что отупел, просто нереально. Мне кажется, я забыл, как думать. После вот этого видоса про скриншот. Что это за чел, который так танцует? Это местный какой-то гений контента или что? Он делает по 200 вот таких вот роликов, где он там какую-нибудь херню исполняет, а потом делает... Боже, ТикТок, такой ТикТок. Но это мы уже видели, алло. Они что, друг за другом, типа, повторяют? Так.
Нихера он это. Мастер ваншотов. Ля, да это какой-то мега-боксер. Я боксер! Чисто. Так, но сейчас он переоденется. Нужно еще музычку там. Eye of the Tiger! Вот это вот все. Че, опять ничего не произошло. Так. Ага. А, типа, а без скриншота ты не мог, да, его так увидеть? Да. Я теперь понял, где Левинья, Сиво и прочие находят себе соперников, вот этих вот овощных, так скажем. Вот, видимо, в комментариях под такими тиктоками. Такие, го ко мне в катку поиграем, и там все вот эти вот сидят. И нормально, их они убивают, по 20-30 фрагов делают. Вот это хороший. Вот это было неплохо. Так, о, котик пришел, видели? Все, сидим здесь, живем. Нихера нормально он текстуры забавил, кстати. Это какой-то тоже мемный, видимо, чувак в Индии. Мы оставим это просто. Просто сделаем вид, что мы не видели. Вот. Представим, что вот последних, как это там, 10 секунд не существовало в этом видосе. А еще лучше почти всех секунд. Господи, ой, вот это, вот иногда, вот просто это, знаете, какое-то такое вот иллюстрация, как будто бы копошишься в чане с говной, но при этом там где-то, вот огромный чан, но где-то есть бриллиант один, и тебе вот его надо найти. Вот здесь примерно такая же ситуация, то есть какой-то вообще просто непонятный движ, но иногда проходят такие какие-то моменты, что прям бомба вообще кайф. У автора началась эпилепсия, или что? Что это за прикол трусить экран? Это типа, это монтажный скилл, или что? Нет, ты просто трусишь экран. Это не монтаж. Красавчик, друзья мои! Я надеюсь, что данный видос вам понравился. И надеюсь, что я не сошел с ума после его просмотра. Спасибо огромнейшее всем, кто досмотрел его до конца. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи. Напоминаю, то, что я каждый день стримлю на Твиче. И буду безумно рад вас всех там видеть. Поэтому приходите, ссылочка в описании. Жду с распростертыми объятиями. Ну и всего вам доброго, всего наилучшего. До новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.